Гриша, у тебя левая рука как будто обмякивает. Левая рука должна быть жесткой. Она держит. Правая отвечает то, чтобы стрелять. Все, она только стреляет, она не держит. Смотри на противника периодически, когда меняешь магазин. Понял, да? Колени не расставляй. Не надо расставлять их в сторону. Наоборот, они все вперед смотрят, колени. Работаем, работаем. Максимально бегаем. Отходим. Смотри, что заносишь. Сделай ровно корпус. Корпус ровный. Для чего делаете тактическую смену? Для того, что когда вы идете, вы вытаскиваете этот магазин, у вас патрон в патроннике все равно есть. Чтобы лишних моментов не было, вставляете сразу, и у вас уже 31 патрон. Взял, достал. Хорошо вставил. Работаем, работаем. Все на ходу делаем, все на ходу. Никто не останавливается. Давай, смотри на противника. Вот он, я ему доверяю. А я уже начинаю вот отсюда. Вот так, как мы делали на крайнем занятии, да? Вот здесь аккуратненько посмотреть. И после этого делаем вход. Но если мы будем так каждую комнату отрабатывать, времени будет. А это такая быстрая оперативная ситуация. Когда вдруг в такой ситуации возникает контакт, там уже другая группа оттягивается, все вот в этом будет. Справа, вот сюда. Стоп! Опоздал, вернись обратно. Вот, давай, проходим. Смотрю. Я увидел его спину, первый. Ты должен быть спину, вернись обратно. Вот ствол опоздал, еще, встань. Подходим сюда. Но я понимаю, что там кто-то есть. Я говорю, готовь гром. Он кидает, гром пошел. Там. Не надо убирать, ствол здесь. Там бам, да? После этой ситуации второй... Этот номер смотрит туда, а я начинаю чистить. Но при этом мы сохраняем тактильный контакт. Я смотрю сюда. Для чего я ствол убираю? Чтобы он не видел его. И я вот здесь. Можно даже вот взять и чуть подальше. Вот так. Посмотрели туда. Здесь. Хо! Все, заходим сюда. Идем. И справа. Закрепился? Готовлю гром. Я вот у нас. Гром пошел. Слышь! Чистят. Он начинает чистить. Я держу. Смири, пошел. Ага, все, входим так же. Гром пошел. Все, начинаешь чистить, Гриша. Чистишь. Это вход быстрый, это не зачистка сейчас. Ты чистишь после взрыва. Гром пошел. Все, ты смотришь прямо. Ты начинаешь чистить. Да. Вот туда посмотрел ствол, сюда ближе, да. Все, чистишь, смотришь, да, аккуратненько, да, и заходишь уже. Заходишь. Ошибка, ты остался здесь, надо сразу заходить. Ствол, видишь, как высунулся, нельзя. Вот сюда, ближе, вот, да. Ну, пошел. Отлично. Вычищаешь, вот. Опоздал. Правая нога, правая, не пяться. Пошел. Движение. Прямо и наискосок. Вот, быстрее поставь! Всем спасибо.